Стань донором, спаси жизнь. Трансплантация стволовых клеток костного мозга в некоторых случаях является единственным шансом на спасение больных, страдающих онкогематологическими заболеваниями. В Казахстанском национальном регистре потенциальных доноров насчитывает около 7 тысяч добровольцев, из них 414 североказахстанцев. Существует ли опасность для добровольца и как им можно стать, узнала Наталья Аитова. Ежегодно 300 казахстанцев нуждаются в пересадке костного мозга. Казахстанский регистр стволовых клеток существует с 2012 года. Все национальные регистры объединены в международный регистр, который насчитывает в общей сложности более 30 миллионов доноров. Среднестатистическое совпадение генотипов 1 на 10 тысяч. Шанс найти своего донора крайне мал. Трансплантация костного мозга может понадобиться больным с определенными онкологическими заболеваниями. В основном это онкогематологические заболевания, такие как нейробластома, апластическая анемия, некоторые дефекты врожденной крови. Потеря части стволовых клеток донорам не ощущается. Их объем полностью восстанавливается в течение 7-10 дней. Существует два метода забора стволовых клеток костного мозга. И для донора они безопасны. Первый забор – это амилоэксфузия. Она проводится оперативным методом в условиях операционной. Эта процедура занимает порядка от часа до 2 часов под общей анестезией. Бытует такое мнение ошибочное, что костный мозг берут из позвоночника. Это абсолютно неправильное мнение. Второй метод, более распространенный, стволовые клетки берут из локтевого сгиба свинозной крови. Донором стволовых клеток костного мозга при отсутствии абсолютных противопоказаний может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет. Чтобы стать донором, необходимо обратиться в местный центр крови, заполнить анкету и подписать необходимое соглашение, в котором указаны все этапы донорства. А для того, чтобы попасть в реестр, нужно сдать 10 мл крови для определения вашего генотипа. Если ваш генотип совпадает с генотипом нуждающего в пересадке костного мозга пациента, то у вас появится очень реальный шанс стать настоящим героем и спасти жизнь. Наталья Аитова, Рустам Тлеужанов, служба новостей.